Романово – небольшое, но уютное село с населением чуть меньше 1000 человек. Располагается на правом берегу реки Яйва. Частенько поселение становится центром притяжения для туристов. А в августе этого года Романовский дом культуры стал центром притяжения для любителей растений. Одноименный проект реализован на грант от компании «Лукойл». За главной целью было облагородить территорию дома культуры. На средства гранта «Лукойл» мы приобрели многолетние саженцы и кустарники. В общем, было приобретено 62 растения саженцев, многолеток и кустарников. Ранее Романовский дом культуры побеждал в спортивных номинациях. Теперь успех сыскали в направлении экология. За счет поддержки, помимо саженцев и семян, Романовский ДК обзавелся электрическим триммером, садовым секатором и уличной цветочницей. Новшества сразу привлекли внимание воспитанников дома культуры. Это красиво. Очень все. Камушки эти непростые, они красят. Это почти как мел. Воспитанники дома культуры учатся бережно относиться к растениям. Если дети только познают, как правильно ухаживать за природой, садоводы-любители, коих в Романово немало, показывают юным воспитанникам мастер-класс. Сейчас это первый год, все, потом все вырастет побольше, мы будем ухаживать, подрезать, подкармливать. Все замечательно будет. Это же здоровье будет. В первую очередь здоровье, во вторую это красота. Это детям развлечение, они, для них тоже это красиво очень. Заниматься будет чем-то здесь, гулять, смотреть. На достигнутом сотрудники Романовского дома культуры останавливаться не планируют. Уже есть идеи для следующих проектов, например, стоянка для велосипедов. Большое количество детей добирается до культурной обители на двухколесных друзьях, поэтому неплохо было бы разместить для них парковочное место. А романовцы своим примером показывают, пусть даже небольшая территория, но может выигрывать гранты на то, чтобы малая родина процветала. Экология – это супер! Евгений Казанцев, Степан Некрасов, новости Верхнекамья.